И так до бесконечности. Как наконец-то сдать экзамен в автошколе? Препятствуют и организуют обстоятельства, чтобы не сдал. Ну и деньги тоже тянут. Очередной экзамен. Приходите, наслюнявливаете бумажечку. И перед тем, как один человек вас встречает, говорите: «Ой, это от меня вам презент. И это так, чтобы все хорошо. И это вам». И человеку даете открыточку, а там бумажечка. И так все довольны, и всем хорошо. Все, уже Песах скоро начнется, меня прорывает, видите. И после этого говорите: «Ой, это что вы будете у меня принимать экзамен? Да вы начальник. Так вот, я хочу вам дать сегодня вот эту красивую открыточку. Мне сказала моя мама, что надо вам такую открыточку дать. Сказала, без открыточки будет как в прошлый раз. Возьмите уже». И они тихонечко берут открыточку и говорят: «Нет, не нужно». Говорит: «Не, ну вы что, обидите мою маму, ей 90 лет, у нее сердце слабое, зачем оно вам надо? А маме приятно, она, может быть, всю жизнь копила и хотела, чтобы я ездила на машине. А вы тут столько препятствий, что ж, сколько ж можно, давайте уже как-то решать». И все решается. Побольше, побольше простоты, знаете. А так вы их боитесь, а не вас. А так, а я вас прошу. Не, ну не нужно на одесском жаргоне. Приходите, говорите: «Моя мама старая, она собирала очень долго и так хочет, чтобы ее возила, ножки ее плохо ходят. А я хотела бы, чтобы ей было приятно. И вот, а мама вам передала вот это, я даже не знаю, что там, я не открывала. А вы откройте, и маме моей скажите таки спасибо через мои хорошие отметки». Елена Тупикова. Надеюсь, я никого не обидел. Можно ли дочке родить сейчас